Всем привет, мои хорошие! Получила я вот такую большую посылку. Там очень-очень много всего. Обычные газеты. А в газетах, это, кстати, у нас приглашенный эксперт по посылкам, в газетах у нас разные растения. А вернее, у нас орхидеи пришли. Пришел заказ, пришло несколько купленных из наличия. И пришли еда? Тиландиси. Что, еда? Поэтому сейчас мы с экспертом... Мама, что, еда? Нет, растения наши, Сашуль. Поэтому что, мы сейчас с болтливым экспертом это все быстренько распакуем. И потом я покажу обзорчик всего того, что пришло. Иначе видео затянется просто на часы. Ну что ж, вот такой лес ко мне приехал. Так, покажу. Может, кому интересно, моя охапка огромнейших, шикарнейших тиландисий. Буду их покорять, потому что стилками у меня почему-то с переменным успехом. Кто-то хорошо меня воспринимает, кто-то не очень. Так, ну отложим. Кто хочет, пишите. Отдельно видео сниму про тилки. Так, а теперь показываю свои орхидейные красоты. Так. Вот здесь такой ко мне слон пришел, просто монстрище. Это Charming Panda от Микки. В общем, страстно захотелось мне наводить больших гибридов, несколько красивых, которые будут цвести каскадами, радовать своими огромными цветами. Поэтому купила, таки купила, найду для них место. Уж раз купила, значит придется. Поставила себя в положение, когда придется. Скажем так, вот, буду радоваться. Очень довольна. Крупный, замечательный. И даже там цветоносики есть. Вот так. Корней там. Ух, такие слонячие корни. Так. И моя полянка счастья. Я их только повынимала. Я еще даже сверху не успела поснимать особо бумажечки. Так. Вот такая девонька, ее надо будет полить и пересадить. Это Гигантея Людманиана. Шикарнейшее чудо вырастет. А вот такие вот хорошо просушенные, видите, пришли. Корешки тоже есть, они живые, хорошие. Вот таких товарищей я сразу не замачиваю, потому что вот как с людьми, знаете, поставали, ничего не ели или ели очень такую постную еду, а потом шашлыков, этого всего, и происходит коллапс у нас с пищеварилкой. Вот, собственно, растениям тоже таким внезапным поливом можно нанести вред, могут пойти и... Я их все время называю водянки, но они не водянки. Ну, вы поняли. Отеки. Отеки на листьях. И даже стрессануть растение от этого может. И от этого могут полопаться клетки. И потом погниют корни, потому что теряет эластичность клетка, когда обезвоживается. Если слишком много ей дать, то она разрывается, после чего, конечно же, портится, гниет, и пока-пока корни, поэтому отпаивать надо потихонечку. Так, кого еще так? Я думаю, так, как их так разделить, чтобы эквестрисы показать отдельно. Так, вот такая красота ко мне пришла. Нардота, это... где название? А, название с другой стороны, пониже. Линдения Яваника. Это я брала из наличия у девчонок. Ссылка в описании, у каких девчонок. Все как всегда. Так, хорошие корешочки, вот даже цветоносик. Надеюсь, у меня все выйдет, и я увижу цветение. Так, этих показала. Теперь высматриваю, у меня тут одни эквестрисы, везде эквестрисы. Так, ага, не эквестрисы. Сейчас покажу мелкую прелесть в швертер. Я не удержалась, я себе сколько раз говорила: Юля, никаких мелких, особенно котлей, нет. Но тут такая Anceps alba pylori, и я не удержалась и купила. Она немножко выпрыгивает из горшочка, поэтому я ее чуть-чуть пересажу. Чуть-чуть все-таки придется дернуть, потому что это никуда не годится. Но пересылка. И мне помогала распаковывать дочь, поэтому всякое бывает. Ну, эту мелочь я распаковывала сама, и сама виновата, что слегка дернула. Так, поставлю ее на место. И поехали.
Так, это я очень-очень сильно хотела от Вихман, по-моему, правильно говорить, Вихман, разных, а так как этот заказ почему-то плохо набирается, вот, я заказала себе сразу и много. И это у меня Phalaenopsis equestris apari. Вот такой малыш по размеру, кажется, но у него уже вот такой огромный цветонос. Он замечательно процвел. И вот у него цветочки, остатки сладкие. И уже даже детка на конце цветоносика. Вот такая прелесть прелестная. Так, едем дальше. Ну, дальше я решила, что ну раз заказ закрывается, кто знает, когда он в следующий раз приедет, мне надо обязательно купить вот такую штуку. Обязательно купить дублями. Да, Phalaenopsis equestris rosea на equestris fragrans. Вот такой чудесный куст. И вот, вот я решила пожадничать прямо, потому что я решила, я себе куплю дубль. Кто-то из моих любимых орхидейных эквестрисных подруг захочет, а у меня дубль как бы для себя. И чтобы не жадничать уже тогда, да, можно было бы с ними поделиться лишним. Поэтому я взяла три вот таких вот. Так, один. Второй такой же. Так, зацепился корешочком. Секундочку. Так, второй. Тут как кустик покрупнее. Тоже цветоносик. Так, и корешочки прям сцепляются друг с дружкой. Ой, толкаюсь. Так, и вот такой же. Но он уже успел вот открыть, показать свое личико. Розовенькая, и вот у него уже большие бутоны, поэтому я надеюсь, что... Ну вот я вижу, да, вот этот он уже точно скинет, вот этот тоже... Ой, не показываю, извините. Вот этот точно скинет, и вот этот скинет. А вот эти вот следующие имеют все шансы процвести в скором времени, и мы с вами увидим, что к чему. Корешки у всех отличные. Так, и все это я потихонечку отпою, по чуть-чуть. И будет мне счастье. Так. И вот такое вот монстро-чудовище. Огромный, шикарный кустище. Глянцевый. С шикарной корневой. Хороший, уже видно сквозь стенки. И вот такая посадочка мне нравится у Вихман очень. Похожая у Нардота тоже посадка. Я их никогда не пересаживаю, потому что меня вот их посадка очень-преочень устраивает. Я так и оставляю. И это покупалось как Phalaenopsis equestris alba. Молодое растение. Но вы знаете, когда я покупала молодое растение, оно, по-моему, там 8-90 евро без коэффициента. Я рассчитывала на такое маленькое, молодое, вот как у меня пари. То есть я рассчитывала, мне придет вот такая вот альбушка, я ее буду растить. Но Вихман просто расщедрился и прислал класснючее огромное растение. Спасибо ему большое. Оно действительно очень и очень классное. Ой, теперь осталось их освободить от вот этого всего. И я забыла, я еще сижу и думаю, ну есть же еще одна орхидейка. Она спряталась за вот этим гигантом. Тоже из наличия я взяла у девчонок. Это Модеста на Яванику. Вот такое чудо. У них очень интересные листья. Мне нравится. Тоже удобная для меня посадка. Вот в такую кору. Кажется, это пиния. Ну, это мне на вид так кажется. Ой, я небольшой спец на глаз прям определить, но похоже на пиню. Очень классная штучка. Очень рада, очень довольна посылкой. Все очень-очень качественно. И сегодня меня еще ждут посылки. Я уже еще одну посылку получила от своей эквестрисной подруги. Сейчас уже покажу, не удержусь. Она мне прислала пульхру. Вот такая пульхра шикарнейшая. Деточка от ее пульхры. Я же решила все-таки собрать себе всех-всех природников. Видовых фаленопсисов. Сколько времени у меня это не займет, а займет это, конечно, долго, потому что недавно открыли, совсем недавно, несколько новых фаленопсисов, и они сейчас стоят просто космических денег, и их не достать, но где наша не пропадала, мы дождемся. И вот такая замечательная тоже деточка, уже с такими длинными корешками, уже на такой большой горшочек, это у нас
Phalaenopsis equestris naspiciosus blue. Спасибо, Наташенька, большое. Я очень-очень довольна, и сегодня меня еще ждет несколько посылочек, потому что зима у меня была плодотворная, я активно заказывала. И вот как раз стало тепло, и все сразу начали все отправлять. Так что я жду объявления с почты и побегу скорее все забрать. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Ждите еще видео распаковки. Они будут внеочередными, будут выходить не понедельник, среда, пятница, как обычно, а возможно я их буду втискивать во вторник, четверг или запускать подряд, потому что очень хочется поделиться, очень много всего. Если сильно растянуть, то, ну, давайте согласимся, не очень интересно показывать видео, что вот я получила такую красоту через месяц после того, как ты ее получила. Поэтому, да, такой ждите насыщенную неделю с большим количеством видео. И заглядывайте в описание. Там обязательно ссылочки на продавцов, у кого я беру вот такие. Они всегда есть под видео с распаковкой, чтобы вы посмотрели, подумали, нравится вам это качество, и узнали, у кого можно взять. У кого какое качество. Вот так вот. И на этом уже совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.